На этой технике я ездил в свое время, когда был помоложе, и работал инспектором рыбоохраны. По льду больше 100 километров идет. По льду, по воде, по снегу, неважно почему. Ну, сейчас я уже на нем. Во-первых, его нужно, он на санях стоит. Это его трактора надо тащить на речку. Пошел он к черту и мотор захандрил. 10 лет мне раньше уже нельзя было такую технику иметь. Пришлось его привести в нерабочее состояние, поставить под забор, и он 10 лет стоял. И там что-то в моторе нарушилось. Двигатель авиационный 160 сил. Вот у него. Второе поднимаете, как летит с елки-палки. Ого-го. Поездил на нем, блин. Вот это аппарат. Просто у меня уже нет желания им заниматься. Нет, все, пошел на черт. Я сейчас лодку сделаю, это... Когда молодой был, еще ладно. Это сам все сделал. Вот мотор установил. Так вот это заводская, туполевская. Остальное все я сам делал. Винт у него 2 метра диаметром. Он на крыше лежит. Рули у него, значит. Надо тормозить, вот так потянул, видишь, разошлись. Ага. Разошлись, тяни. Ага, в разные стороны. Вот, тормозить, когда надо. А так, вот, туда-сюда. Блин, страшное дело. Хорошая сотка. Техника была. Поездил на нем, но очень быстро бегает. Это хорошо, когда руки растут с правильного места.